Всем любителям настольных игр привет, я Грейвулф, и вы на канале iPlaySolo. Сегодня я хотел вам всем сказать огромное спасибо. Мой канал достиг отметки в 1000 подписчиков, и для меня это действительно много, это очень круто. Честно говоря, я этого не ожидал, но тем не менее это произошло благодаря вам. Отдельное спасибо я хотел вам сказать за ту поддержку, которую вы мне оказываете через ваши комментарии и лайки. Для меня это очень важно. Вообще, ребят, вы один сплошной большой позитив, абсолютно нет никакого негатива, и я очень за это благодарен. И это, собственно, то, что мотивирует меня и сохраняет во мне желание заниматься этим каналом дальше. Чтобы хоть как-то отметить это событие, я решил провести небольшой розыгрыш. И, собственно, призом я выбрал органайзер для карточной приключенческой игры «Следопыт». Вы сейчас видите фотографию этого органайзера, а точнее его элементов. Сейчас я быстренько пройдусь по всем имеющимся у меня фотографиям. Вот так это выглядит. И вот так вот как раз выглядит целиком коробка, наполненная всеми этими вкусностями. Это, собственно, приз. Надеюсь, многим из вас он понравится. Как, собственно, будет проходить розыгрыш? Чтобы принять участие в розыгрыше, вам достаточно оставить абсолютно любой комментарий под этим видео. Комментарии будут приниматься в течение недели, точные сроки смотрите в описании к этому видео, и через неделю я, собственно, выберу победителя. Это сделает программа случайным образом. Я, скорее всего, тоже запишу это на видео. Там будет все достаточно быстро и неинтересно, просто выберем счастливчика и везунчика. После чего я этого счастливчика-везунчика сконтактирую, узнаю его или ее домашний адрес и, собственно, организую доставку. Сразу должен сказать, что это видео не является аффилированным ни YouTube, ни кем-либо другим. Также оно не является ни спонсорским, не является ни рекламой. Этот приз я выбрал сам. Я его сам оплатил на свои собственные средства. Когда я определился с призом, я сконтактировал, собственно, дизайнера и разработчика этого набора. Мы начали обсуждать детали, я там выяснял, сможет ли он организовать доставку за рубеж, потому что не все мои зрители находятся в России, и может такое случиться, что приз должен будет уйти в ближнее или, кто его знает, может быть, даже дальнее зарубежье. С этим проблем никаких не будет, но в ходе обсуждения, собственно, дизайнер предложил добавить приз от самого себя, дополнительный бонусный приз, и ну, я подумал, что вреда от этого никакого не будет. Наоборот, для того, кто победит в моем розыгрыше, это будет только плюс, потому что он сможет получить еще один маленький подарочек. Для того, чтобы получить вот этот бонусный приз, вам нужно будет зарегистрироваться вот в этой группе ВКонтакте. И ссылки на эту группу я укажу в описании к своему видео. То есть, если вы зарегистрируетесь в этой группе до завершения моего розыгрыша, и вы, собственно, будете победителем моего розыгрыша, то помимо набора к следопыту, набора органайзера, вы получите еще один небольшой подарочек. Что это будет, вы сможете об этом прочитать в этой группе немного позже. Опять же, для того, чтобы участвовать в розыгрыше органайзера для следопыта, вам не нужно нигде быть зарегистрированным, вам, еще раз повторяю, нужно будет просто оставить абсолютно любой комментарий, это может быть даже точка или тире, под данным видео. И все, на этом больше никаких условий нету. Процесс выбора победителя, хотя это будет, как я уже сказал, достаточно скучно и неинтересно, я запишу, чтобы просто вы все видели, как это произошло и, собственно, кто победил. И выложу, возможно, в начале какого-нибудь своего следующего видео с прохождением какой-нибудь игрушки.
Тем не менее, победителю не надо будет дожидаться этого следующего видео. Победитель будет сконтактирован мной сразу же по завершении розыгрыша. И, собственно, мы уже займемся процессом выяснения адреса доставки и отправки приза или двух. И на этом, я думаю, все. Еще раз всем вам огромное спасибо. И всем, кто был со мной сегодня, тоже огромное спасибо. Увидимся с вами в следующем видео. Всем пока!